После школы закончил строительно-механический техникум по специальности электрик. Когда пошел в техникум, начал заниматься в театральной студии при Таллинском русском драматическом театре под руководством Эдуарда Томана и Василия Бездушного. С 7 лет пел в хоре Кантилена Льва Дмитриевича Гусева. В 1996 году переехал в Москву. В 2000 году окончил театральное училище им. Щепкина с 2000 года работает в Российском академическом молодежном театре. Автор музыки к спектаклю «Платонов. Триакт». В дубляж Илью привела его подруга и коллега Рамиля Искандер. Лауреат премии «Звезда театрала» в номинации «Лучшая роль второго плана» 2012. Лауреат международной премии Станиславского «За высокие достижения в актерском искусстве» 2016.